Всем привет, мы продолжаем проходить первые иксы, и теперь у нас задание было заручиться поддержкой у авианосцев других рас, но я как-то у одного взял и попросил корабль, я не пойму, где он шастает вообще, то есть ничего не понятно, какой от него толк, поэтому я просто 3 М4 купил и 1 М3 корабль сам. То есть вот они тоже за мной нифига не успевают, непонятно, как они мне помогут в этом деле. В общем, я решил забить на поиск авианосцев чужих, то есть это потратить 1,5 часа, летая по всему этому, ну как-то меня не улыбает. Вот у меня 4 корабля, лучше я сам оплачу эту экспедицию. Сейчас я нахожусь в президентском рубеже, и это пограничный сектор с ксенонами. Ну, собственно, полетим. Искать врата во вражеские сектора. Посмотрим, сколько моих кораблей останется в живых после этого. Но не успевают они. Даже мои за мной не успевают. А вот где корабль, который мне Аргон-1 выдал? Вообще нет его. То есть он где-то потерялся, то ли убился, то ли меня потерял. Так, куда податься? Тут будет много всего. Будем по максимуму будем избегать боя. Слушай, ты тут, блин, наших пасется. Непонятно, то ли это вражеский сектор, то ли нет. Мои корабли так и не появились еще вообще. Сейчас мы тебя вольнем, вырвем. Target is now in firing range. Ой. Извини, братан, ты как-то быстро кончился. Там мясня. О-оу. За мной дестройер летит. Может, и не за мной. Кто это курсирует? Офигеть. Какая-то суровая фигня творится. Воу! Иди отсюда. Я вообще могу его поранить? Че себе он носится? Ну что ж поделать. Где врата? Где врата? Я
потерял врата из виду, вот это плохо. Хорошо, что они меня пробить не могут с моими щитами. Target now locked on Boron Octopus. Так, тут наших тоже дофига. Чем военных наших. Так понимаю, мне с ними надо двигаться. А моих кораблей уже походу и нету. Не надо было их брать с собой. Пустая трата. Так, а вот это похоже, но... Тут какая-то станция неопознанная. По центру самому. Полетели. Target now locked on gate. Space gates are believed to be leftovers of the superior. Север, запад. Север, запад. Так, полетим север, запад, север. Отсюда. Так, и что, мне все это достаточно посмотреть? Или надо еще что-то с этим сделать? Но будем считать, что тут все. Полетели отсюда. Похоже, я не через те сектора летел. Маршрут самый неудобный выбрал. Тут никого нет. Почистим чуть-чуть. Да ну, тут какой-то вот этот... Ракеты, наверное, нужны. М2 я бы так не завалил. Управляемость какая? Следующего давай. Target now locked on unknown xenon ship. Target now locked on unknown xenon ship. Attention, energy.
Target now locked on unknown Xenon ship. Target is now in firing range. Так, где я нахожусь? Непонятно. Я летел. Ой, что-то вас много стало. During system unidentified enemy sector. Вот это да. Вот это выглядит опасно. Центральный сектор их похоже. Слушай, да они выглядят даже убиваемыми. Ну ладно, мы не будем этого делать. Рано. Ой, какая-то жесткая ракета попала. Похоже, мне кранты. Неправильно я полетел. Твою мать. Итак, дубль 2. Надеюсь, сейчас меня не сбреют под конец. Довольно непросто было пробираться снова сюда. Давай, 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 давай. Target now locked on. Gate, president's end. Давай, давай, президентский тупик. Рубеж. Entering system, president's end. Фух. Честно говоря, пока себе смутно представляю, как можно их там размотать. Ладно, полетим. Полетим, сохранимся. В общем, как только я сказал, надо пойти сохраниться, вы не поверите, что произошло. Игра зависла. И мне пришлось заново пытаться прорываться туда. Заново меня трижды опять по пути врезались эти придурки. То есть... Нервы аж это, аж натяжены. В общем, нет у меня слов от этого. Переигрывать такую фигню как-то не очень нравится. Летим к Каргону 1. В прошлый раз, когда я с ним разговаривал, заметил, что этот придурок просто улетал куда-то вдаль. Поэтому я его тогда найти не смог. Надеюсь, он перестал это дело или хотя бы не улетел там на миллион километров. В общем, сейчас узнаем. Вот он и ты. Ну-ка. Так, я нашел секретные врата, первый вариант. Government will immediately act.
attack is real. Our first objective is to destroy the energy installations of the Xenon. Our undercover activities made it clear that it would be impossible to ultimately destroy the Xenon before destroying their power plants. We destroy a ship, and they build two new ones. В общем, говорят, что отлично, теперь нам нужно уничтожить их электростанции. То есть я спрашиваю, что я могу, ну, как я могу помочь. As soon as you decide to fly to the target sector, our fleet will be activated to support you. We will take care of the massive defense forces in that sector, while you eliminate the power plants. However, our fleet alone will not be able to hold back the Xenon fleet for long. If you are able to contact the other races, ask them to join our attack. Hopefully, they will understand the importance of this war. Welcome to the Algolipedia. You have chosen to look at the entry for the Xenon. Свеча какая-то. Давай еще по одной оси покрути, а то непонятно. Ну ты ж делал. Да, вот это брифинг мощный. Так, хорошо, я немедленно свяжусь с другими расами. Так, я начну атаку скоро. До того, как я начну атаку, я должен сначала развить свою торговую империю больше. Ну, я скажу, что начну скоро. Так, все, с этим понятно. Летим сохраняться. Ну, учитывая, как я себя чувствовал в секторах ксенонских, я еще пока не сильно к этому готов. Мне нужно поставить гамма-щиты, ой, не щиты, гамма-лазеры, и надо скорость себе апнуть. Плюс я хочу еще набрать хорнетов с собой, взять со станции побольше М3-х. Ну, в общем, мне немножко нужно будет подкопить, и дальше я продолжу. Увидимся в следующей серии.